В Кокшетау строится новая водоочистная станция. Объект повысит качество питьевой воды и обеспечит ее бесперебойную подачу. Рядом со станцией также строится специальный лабораторный центр. В нем будут отбирать пробы и проверять качество. Долгожданный жителями объект запустят уже в следующем году. Проект водоочистной станции был начат в 2009 году. С тех пор неоднократно пересматривался и получил одобрение только в этом году. В блоке очистного сооружения мы уже выполнили строительные работы на 90%. Установлены панели, окна, собрана металлоконструкция, закончены бетонные работы. В настоящее время ждем оборудование. По плану весной следующего года должны прийти. К концу января уже начнут прибивать некоторые установки. Современные установки импортируются по заказу из Арабских Эмиратов. Обе стороны заключили контракт. В настоящее время строительные работы ведутся по графику. Задействовано порядка 30 специалистов и более 10 единиц техники. Общая сумма после корректировки стала 7,2 миллиарда. На текущий год с областного бюджета выделено 1,5 миллиарда. В настоящее время из 1,5 миллиарда практически на 950 миллионов уже работы завершены. Сейчас ждем оборудования. Кроме того, идет реконструкция станции, построенной в 1970 году. В этом году отремонтирована лаборатория и котел. Местные власти заверили, что в следующем году вопрос питьевой воды в городе будет полностью решен. Зарина Беккалиева, Лаура Даулетбек, Жерсиномерзак, Кукши, Ахпарат.